Любите зрителей отважных летчиков. В художественном музее открылась выставка «На высоте», посвященная теме авиации. Летом 2016-го художники в рамках проекта «Холст масла» ездили на ивановские аэродромы и старались запечатлеть все самое лучшее. Как можно не обратиться к этой теме? Это такая красота, это просто невероятно. Но нам хотелось еще и рассказать о том, что же происходит за кулисами. Мы видим праздничную сторону, яркую, мы видим выступление парашютистов. На выставке представлено около 40 работ 9 художников. Есть здесь живопись, графика, фотоколлажи. Можно увидеть портреты, пейзажи, сюжетные зарисовки. Каждая работа передает свою атмосферу. Здесь и строгая собранность парашютистов во время подготовки к прыжку, и эмоции парапланеристов перед показательными выступлениями. Работы, в общем-то, все, их можно обозначить, вот, работы впечатлений. Много очень этюдов, много очень эскизов, но, тем не менее, мы все равно их показываем как некий уже завершенный проект, как некую завершенную работу, поскольку здесь смысл именно в том, чтобы показать именно вот живые наработки по впечатлениям художников. Работы действительно получились в тон названию выставки «На высоте». Художники рассказывают, очень хотелось показать зрителю, насколько небо бескрайнее и как его видят летчики. Например, в работах Сергея Теплова отчетливо прорисовано настроение. Герои на его картинах оживленные и полные эмоций. Графика, вот жанровая графика, меня больше всего привлекает именно вот тематические вот эти работы. Не пейзажи, не натюрморты, а именно вот такая вот жанровая графика. Потому что даже вот как мы работаем, и то интересно. Самое главное – сюжет. А полетать над Ивановым там на высоте 800 метров – это очень интересно. Ощущение такое яркое, поэтому как написать. Увидеть высокое искусство ивановцы смогут до 15 мая. Впереди у художников еще одно пленэрное лето. Планами не делятся, но обещают нечто удивительное. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.